Всем привет! Сегодня хочу сделать небольшой обзор по рассаде перчиков. Посажены они были 16 февраля, и на сегодня им 5 недель. Сорт называется «Подарок Молдовы». И вот как замечательно они выглядят. Схожесть была 100%, и проросли они, как мне кажется, тоже все. Рассада очень такая крепенькая, не вытягивается, чувствует себя очень хорошо. Напомню, что при посадке я внутреннюю часть подложки проложила пищевой пленочкой, чтобы не было соприкосновения со строительным материалом. И на многих сходах вижу, что есть уже настоящий листик, но некоторые только начинают выглядывать из земли, и это значит то, что семена не все были свежие. Надеюсь, что и остальные догонят в развитии, потому что время еще есть. Ну вот, в принципе, такой небольшой обзор. Скажу только, что до сих пор они были накрыты у меня пленкой. И пока растениям пленка явно не мешает, предпочитаю держать их накрытыми. Так легче следить за влажностью почвы, она не так сильно пересыхает. И внутри создается необходимый влажный микроклимат. Поэтому поливаю очень редко за все это время. Наверное, только один раз я их поливала сверху немного, потому что снизу еще поливать рано, так как корешки еще довольно маленькие. Пленочку накидываю только сверху, снизу ничем не фиксируется она, чтобы было проветривание. Ну вот, в принципе, на сегодня и все. Ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на новые видео. Всем хороших урожаев, всем пока!